сейчас отсюда выйдет чудо-техника. Батька открывает гараж из бочки. Эта чудо-техника повезет нас на охоту. Простонародье называется пионерка. А в итоге табуретка с четырьмя колесами, двигатель от мотоцикла Минск, ветростекло, ветрозащита. А поедем мы вот по этой узкоколейной железной дороге. На пачках сигарет все время пишут, курение убивает. Ну. Почему на водке такое не пишут? Она же тоже вредная. А зачем на водке писать, курение убивает? Elevator door once in the elevator. This means backing the patient into the elevator. Хазбула. Не-не-не, брат, это от меня, брат. Это чисто так. Крошечный поселок, затерянный среди песков с непонятным названием Уртабулак. Здесь, в одной из скважин газового месторождения, воспламенился фонтанирующий газ. 1074 дня полыхал этот факел. В борьбе с огнем были применены все известные способы. Пробовали отвести газ в сторону, но тут же возникали новые огненные фонтаны. Укротить гигантский факел не удавалось. И тогда было решено использовать подземный ядерный взрыв. По наклонной шахте к газовой скважине подведен заряд. До взрыва осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Что же произошло там под землей? Ударная волна ядерного взрыва сдвинула пласты земли, которые перекрыли скважину. Вот и все. Факела нет. Осталось лишь зацементировать бывшую аварийную скважину.
точно тут это было. Стою я вчера, в общем. Сигарету курю, никому не мешаю, и вдруг откуда не возьмись. Такая бешеная машина. Ну, примерно вот так вот, ну та желтая была. Ну что, завтра на этом же месте? Бронебойный, заряжай. Бронебойный. Заряжай. АЗР электроспуск. АЗР электроспуск нажал. В лобом уперся и выстрел. Вот так? Да, глаз, лбом, а не глазом. Выстрел. Выстрел! МЗ, заряжай бронебойный. Заряжаю. Опять нажимай кнопку. Электроспуск. Не надо. Заряжай. Да ладно! И, друзья, ассаламу алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему? Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джулил, я не это делаю. Сакинат, добро пожаловать в семью. Ассаламу алейкум.